пошла. Я опять не буду в этом говне. Ну и нельзя. Что? И нельзя. Не, можно. Слушай, у нас в армии там в противогазах бегают. А в испанской армии тоже бегают в полном комплекте. Только в 40-градусную жару и 80% влажность. Так что в нашей армии не такое возможно. Красавчик, красавчик просто.